Потом вентиляционная шахта, надписи. И мы в бункере! Вот оно, это помещение огромное. И здесь нас встречает надпись «Добро пожаловать». Охренеть, здесь противогазов. Ё-моё. Они уже с фильтрами? Нет, фильтров. А, да, с фильтрами. Вот есть. Слышь, они запечатали. Вот есть полный. Го фоточку кто-нибудь. Нет, не он. Пацаны, вот он. Вот он. Это надо. Они уже просрочены, наверное. Да. А ты что держишься за камерами? Че, фоточку может, парни? Кто-нибудь фоточку может быть? А вот диггеры, 51. Чего? Когда первый раз увидел, обосрался. О, это нарисовано. Охуеть. Го, посмотрим. А дверь. Закроем дверь. Запили. Двери запили. А вот это вот четко тема, кто нарисовал. Это страшно пугает. Го дальше, парень. Смотрите, как. Бля, мне показалось, какой там кто-то стоит. О, парни, турничок. О, парни, турничок. А он слабо наверняка лучше дрогает. Ты че, он охуенный? Опять еще свалка. А где телек? Вон телек стоит. Вот телек, нихуя, парни. И ботинок. Кто-то ушел без ботинка. Охуеть здесь высоко. Я говорю, что здесь высоко. Вот, смотри. Здесь почисти, здесь было бы круто. О, парни, этот. Огнетушитель. Здесь было бы еще тепло. Наркоприкал, нет. Мир. О, кто-то бухал. Аккуратнее, парни, под ноги смотрите, чтобы на гвозди не наступить. Нихуя он огромный. Вы видели эти? Да, вы видели мой сосед? Я что хотел показать вчера. Вообще. Нихуя тут бухаю. А вот целый этот почти. Целый почти противогаз. А вот это что это? Раковина. А вот этот есть огнетушитель. И толчок! Что здесь? Что здесь? Здесь какая-то комната. Пошли посмотрим. Ящички. Матрасы. Так, матрасики у нас тут, лампочки. Давай просим. Какая-то пиротень. Пустые. Пустые. Это масочка. Не надо, не трогайте лучше, парни. Это еще один выход с гермодверью. Это идет выход в заброшенный дом. Охуеть, парни, смотрите. Ебать. Чувак. Все может ебнуться в любой момент. Бегом. Убегаем. Вот мы вышли обратно на улицу. Это все бункер. Так, Настя, вот такое здание небольшое. Вон бункер. Сейчас пойдем в него. Короче, вот я сейчас реально погружен в самый страшный страх. Сейчас я резко. Прямо камеру, блядь! Да нихуя нету, блядь. Вам повезло просто. Погоди, сейчас я заверну резко за. Тёма! Тёма, не пугай. Тёма, не пугай нас, не надо. Да пусть ты такая, что он близко, он далеко. Тёма! Фу! Тём! Тут с потолка можно и лучше слезать. Тёма! Ха-ха, я помогу. Бля, идите первый, мам. Что... Да безумный! Он сейчас пугает! Тём! Тёма, блядь! Да нахуй! Блядь! Тёма! Блядь! Сука! Я так и знал, что ты там. Охуенный толкан! Тут еще помещение. Смотри, разбит, кто обосрался. Разбит толчок. Кто-то очень сильно обосрался. Вот здесь бутылочка какая-то. Бутылочка, что-то написано. Воу, парни, смотрите, какие бутылки. Нихуя бутылки. Russia водка. Даже Россия ненормально написано. Россия водка. Россия водка. Офигеть, здесь еще какая-то бутылочка. Я знаю, для чего это. Каманофи.
Водка. Пошли вперед. Давай. Ваня. Это какие-то душевые есть. Нихуя! Че, парни, помоемся? Давай я как раз. Да пиздец. Какие-то батареи. Наверное, что шутка была. Сауна была на втором этаже, там есть такая фигня. Ваня! А вот там вот стоит какая-то какой-то пазик. Здесь, Макс, дурак, может, с какой-то пугать начнешь? На третий этаж, парень. Старый пазик. Как называется вот этот бункер? Какой? Просто бункер под домом заброшенным. А вот это все заброшено, да? Нет, ну там еще что-то рабочее. Туда машины ездят. Это еще тоже рабочее. Вон то... Нет. А вон там еще за ней заброшено. I share with you.